Строительство осуществляется в соответствии с графиком. Начало работ у нас ведется с января текущего года. На сегодняшний день, ну, вы можете видеть, что уже выполнена большая часть работ. Возведены буронабивные сваи, устройство пролетных конструкций. Уже начаты работы по устройству мостового полотна. Никаких опасений в том, что мост мы введем позже, нет. Все в соответствии с графиком, я надеюсь, что даже раньше. Мост рассчитан на поток в соответствии с численностью людей, проживающих на Елизаветинской, на острове, будем так говорить. Количество граждан, зарегистрированных в Елизаветинской, составляет около 300 человек, но с учетом дачников, численность реально проживающих там превышает 1000 человек. Поэтому мы рассчитывали пропускную способность моста с учетом этого количества человек. Мост будет соответствовать требованиям в соответствии с этой численностью. И будет иметь одну полосу для движения 4,5 метра в ширину и тротуар для пешеходов 1,5 метра. Этого будет вполне достаточно для того, чтобы обеспечивать пропускную способность для данной территории.